Казух, конечно, ну ладно. Благоденственное мирное житие. Не-не-не-не-не-не-не. Брат, вот я и не отказался бы, но в этот праздник мне это не делается. Правда, примите хоть мою скромность показную. Давайте благодарить. Слава тебе, Боже, спасибо. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Thank you.
может даже и попытаться уничтожить. И только от нас зависит, будем ли мы стоять, как стояла Русь. Да. Или поддадимся искушению и предадим все то, что святые отцы завещали нам. Со времен Дмитрия Донского и Александра Невского. Георга Победоносца и Дмитрия Солунского. Наш храм – это воинский храм. Это храм, который окормляет солдат правопорядка. И наши батюшки всегда были бойцами и в трудное время, и в праздники. Лето, многое лето, многое, многое лето. Многое лето, многое лето, многое, многое лето. Господь на месте злачни людей своих посет. Христос Спаситель в яслях родитесь огретет, чтоб нас избавить от оков и пагубных сетей. Ликуй, мир спасенный, ликуй, танцуй, пой. Ликуй, спасенный мир, танцуй, пой. В пещере Вифлеемской блаженной лежит без ляг на сене, как солнце в мир войдет. Хранит Мария Дева, нетления покой. Ликуй, мир спасенный, ликуй, танцуй, пой. Ликуй, спасенный мир, танцуй и пой. От Бога пастырем принес блаженный ангел весь. Пришел Спаситель, сокрушись у пагубу и весь. Отца небесный Божий сын, ему...